Понять, что такое двери от кутюр, нам поможет платье. От кутюр – это всегда уникальные модели, произведенные в ведущих домах моды. Компания Aztec, создающая двери от кутюр, была основана в Киеве в 1996 году ее собственником и идейным вдохновителем Андреем Гришиным. По правилам, одежда от кутюр должна быть не менее чем на 70% изготовлена вручную. Платья шьются из специально изготовленных для них тканей. Двери компании Aztec на 70% изготавливаются вручную, шлифуются заботливыми руками мастеров, производятся только из специально отобранной и подготовленной древесины. В отличие от массовой моды прет-а-порте, одежда от кутюр шьется по индивидуальным меркам для конкретной клиентки. В отличие от массового производства, двери Aztec от кутюр изготавливаются по специальным и индивидуальным замерам в проекте конкретного клиента. Стоимость платья от кутюр может доходить до 100 тысяч долларов, а иногда даже выше. Стоимость дверей от кутюр Aztec – 1000 долларов и выше. Для того, чтобы официально шить одежду от кутюр, необходимо получить на это сертификат. Также необходимо два раза в год осуществлять показ не менее 50 новых моделей. Компания Aztec представляет 5-6 совершенно новых моделей дверей ежегодно. На каждую разработку, начиная с 2014-го, имеется патент, подтверждающий ее уникальность в мире. Платье от кутюр – это прерогатива самых состоятельных людей. Ведь на его производство уходит до 150 часов ручной работы, десятки метров эксклюзивных тканей и килограммы украшений. Двери от кутюр Aztec – это выбор тех, кто ценит уют, тепло, комфорт и стиль. На изготовление одной двери уходит до 150 часов ручного труда, до 200 кг отборной древесины, а также килограммы отделочных материалов. Обычно к изделиям от кутюр относятся как к произведениям искусства, поэтому их принято надевать не более 2-3 раз в жизни. Платье от кутюр – это вещь на все времена. То же самое можно сказать про двери от кутюр Aztec. Эти модели как часть интерьера вне времени. Но в отличие от платья, они будут радовать вас и ваших гостей каждый день.